что там то ли жопу, то ли нос там клюнешь где-нибудь этим своим бампером или еще чем. Это уже интересно. Народ тут пешочком только ходит, а мы на машине. Это ты еще не включил вторую пониженную? Так нет, первая повышенная. Почина у вас? Приехали. Все, мы дома. Круто. Смотри. Глубина какая там где-то? Зачем ты прикармливаешь? Как обычно, китикет, потом всякие крупы. А чё ковшиком не пользуешься? А у меня руки не мерзнут. А покажи смесь. Ну тут куча, тут каждой твари по паре, главное китикет замоченный и перекрученный. Ты его запариваешь или просто? Запариваю, а потом либо можно перекрутить на мясорубке, либо можно просто толокушкой разбить. А так видно, что здесь и ячневая всякая крупа есть. Ну, короче, все запаривается, но не варится. Вот. А там, наверное, нифига не видно. Да видно, видно. Так, ну мы все равно приехали за окунем. А для этого нам нужен живец. Использовать будем вот такую браконьерскую снасть. Да ладно, это не браконьерская, что ты наговорил. Ну, я считаю, что можно тут и побраконьерничать такой снастью. Сейчас мы ее туда засунем. Такой зонтичек. Вот. Нас интересует балек плотвы, мелочь, сантиметров 2-3, которая. Сейчас засовываем туда ее. Ага.
Пошел. Пошел. И прикормим. Вот, длины как раз хватило. Привязываем, чтобы никуда не убежало. И будем проверять раз в 20 минут. Поймаем жеста, все бросим и пойдем ловить окуня. Потому что белая рыба, мы сегодня прикормили белую рыбу, не ради того, что она нам нужна, а чтобы со скуки не умереть, если ничего другого не будет. Будем ловить подлещика и плотву тогда. А так хочется, конечно, что-нибудь покрупнее и посерьезнее. Все. Вырастают они здесь до полкилограмма где-то. Очень интересная рыбалка зимой на них, особенно и летом на удочку, в проводку. Тоже интересно посмотреть, как она клюет. Попадаются достойные экземпляры. Очень вкусная, жирная. Хорошо ее коптить, он сразу начинает брать. Это есть густера. Ну, на игру она берет плохо. Берет, но не так, чтобы вот настоящую, намного лучше. О! Ну, вот такие рыбки. Вот такие. Хорошо упирается. Так же хорошо и клюет. Все, домой хочет. Вот такой сумбур, когда ловишь на две удочки. Ну, поклевки такие хорошие, хорошие. Подсекаю, когда приподнимает. Ну, это можно домой отпустить. Красавца. Не хочет домой. Хищника сегодня вообще нету. Ни на блесну, ни на мормышку. Просто пропал как вид. А эти ребята клюют, доставляя неимоверное удовольствие. Друг мой, он тоже там неплохо отлавливается. Попозже пойдем посмотрим, что у него. Ну, давай. Пробовал на мотыль, но клюет еще мельче. То есть на опарыш самое то. Ну, вот такие вот. Что можно взять. Вкусовые качества, конечно, у этой рыбы не особо. Жира в ней не так много. Конечно, побольше, чем у другой рыбы местной. Но если ее правильно приготовить, очень-очень вкусная получается она. Ну ты смотри, тут кто-то совсем маленький. Вот мы сегодня вечером попробуем с ним что-то приготовить достойное. Ну вот, вот совсем мелкий. Ну вот так вот целый день. Хорошо, что день короткий. А, по губе. О. Ну вот, наконец-то мы бросили ловить густеру и решили сходить за крупным окунем. Пошли по болоту. Довольно-таки рано пришли, так как раньше мы тут ходили по снегу. А так идем по траве, по камышу очень тяжело. Друг провалился, ну ничего, выживай. Вот, вот местечко.
Чего? Вдруг провалился, но вроде живой. Так. Сейчас главное выйти. Потому что лед не особо толстый. Ну, в принципе, а тут и не глубоко. Сейчас попытаемся это сделать. Так. Потому что окунь зачетный тут был всегда. Ну, помолясь. Сейчас откроем незабудчик. На всякий случай. Вот такое невзрачное место. Но оно, по идее, должно замерзшим первым быть. Попытаемся. Ну, я иду 110 килограмм. Треска не слышу. Некто сзади остался. Ага, ага, выходит, выходит. Ну вот, вроде пришли. А? Так, да можешь не переживать нормально. Ну давай, сейчас я просверлю, чтобы понять, будет треска или не будет. Да не, судя по снегу, нормально все. Ух, нифига. Только, Руслан, лунки не чист. Ну, еще одну контрольную, и все, можно садиться. Сверли одну лунку и садись вот тут. Чем меньше шума, тем лучше. Берем удочку, прибудочку, начинаем. Глубина сантиметров 20, наверное, а то еще меньше. Ага, еще меньше, надо чуть дальше идти. Руслан, да пускай бы обмерзло, потом оно сойдет само. Тут надо рыбу поискать. Тишина, но это мелкая лунка. Навряд ли что будет здесь, но тем не менее. Сейчас посмотрим. Вот и вся глубина. 10 сантиметров льда. Получается 20 воды. Но вот на такой глубине хорошие ребята и живут, бывает. Что-то им тут нравится. А летом здесь просто болото. Заросшее кувшинками. Нету, 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 нету. Так, пойдем чуть поглубже. Вот так. Пошли. А то же самое. Чуть-чуть глубже. Так, ну я пока заканчиваю. Так, верхнюю нажимаю, да? Ну, короче, насверлились мы тут. И нифига мы тут вообще и не поймали. То ли рыба не заходила, то ли еще какая причина. Никому не известно. Сейчас еще проверю две луночки и поедем. Пойдем домой опять. Не домой, а на старое место. Ну, в общем, побродили мы по болотам в поисках окуня. Сходили по речке вниз, ни одной поклевки мы не увидели. И решили, что от добра добра не ищут, будем мы ловить небольшую густеру. Вот, ее тут в изобилии, луночки я подкормил. Прикорм состоит из китикета. Ну, там в начале фильма описывалось, из чего еще. Вот, смотрю, рыбка подошла. Она не крупная, но вкусная и жирная. Будем из нее сегодня делать...
Вот такие вот, ребята. Будем из нее сегодня делать либо котлеты, либо консервы. Тоже покажу в видео, как и что. А пока вот не успеваю вторую удочку поставить. Только сел. Думаю, что рыбки будет много. Вот вторая. Вот, пока ставлю. А тут уже клюет. Первая никак, а ну, эти не хочет. Так, поехали дальше. Выставляем глубину, тут 1-2 метра всего лишь. В качестве наживки обычный опарыш. На обычную вольфрамовую мормышку, ничего умного. Вот, ну и смотрим, вот сразу начало клевать. Поклевки у густеры глуповатые такие, сумбурные. Тяжело понять, когда чего она хочет, когда ее подсекать. Ну, пытаемся. Очень много мелочи. О, это что-то такое, более-менее приличное. Ну вот, для этого сезона, для этого водоема густерка приличная. Эта рыбка уже зрелая, она будет с икрой. Когда будем чистить, будет видно. В общем, не рыбалка, а какой-то сумбур получается. Много шума, возни. Ловим густеру. Многие спросят, чем она отличается от обычного подлещика. Почти ничем. У нее красные плавники. Она более круглая, более толстая. При одном и том же. Ох, нифига. Сейчас иду к тебе, посмотрю, что там поймал. Пойду, а то там конкурирующая фирма уже что-то ловит хорошее. Ну-ка. Никакой, а какая? Густерка. Ну, сейчас мы посмотрим, что тут происходит. Я его привез как человека, а он рыбу ловит, а? Уничтожает мои запасы. Ох ты, красавчик, тут натягал, конечно. Ну да. Ну вот как раз к вопросу о том, чем густера отличается от подлещика. Вот густера, а подлещика у тебя, наверное, тут нету. Ну вот, наверное, вот это подлещик, вот он, да. Ну вот. Ну, особо не видно, но вот плавники красные. И она намного круглее. Спинка у нее толще. И она уже половозрелая вот в таком виде. То есть вот эта рыбка уже может метать икру. На стоячку? Да. Опарыш, как обычно. Мотыля попробовал. Плотва хорошая попалась, да, смотрю? Ну, хорошая по нашим меркам зимним. Ой, а это не плотва. А кто это? Ты видел? Надо посмотреть, кстати. Зафоткать ее, выставить. Непонятно, что это. Может, голавлик какой-то. Тут видов рыбы-то мало, но тем не менее, что-то появляется. Ну, вот так вот. Потихоньку ловим. Сейчас посмотрим, что у нас тут. А тут пир во время чумы. Никого нету. Все падает, все ломается, все рушится. Ну, попробуем мы тоже что-нибудь крупное поймать. Ну так, результат уже есть, конечно. Чем дома сидеть. Ну и поехали. Ну давай, давай. И поднимает, и пропустили. Тут кто-то веселится. И поднимаем, и опустили. Повторюсь, мормышки вольфрамовые обычные. Цвет роли особо не играет, но я предпочитаю что-нибудь блестящее, похожее на чешую рыбную, более привлекательное. Или светящее, что-то такое вот. Вот хорошая поклевка была. И что?
Ну, совсем мелкие. Но крупные густера почему-то зимой не клюет. Вот летом можно поймать хороших экземпляров, а зимой только такие. Этого домой. Так. Вот такая возня. И чем хорош этот рыб? Тем, что он не сжирает опарыша. 5 штук подцепил или 6, им на час хватит вполне. Опарыш висит и висит. Такое, конечно, при ловле плотвы не проходит. Плотва сразу все объедает. А этот паренек нет. Ну, совсем забортного размера, паренек, иди. На консервы хотя и он пошел бы, но слишком много возни. Почистки, обработки, ну его нафиг, пускай растет. С этими-то тоже придется повозиться. Но эти хоть в ладошку вылезают. Прошел час. Ничего глобально не изменилось, кроме того, что клев как был дурацкий, так и остался. Ну и рыбы надергано поболее. На килограмма два больше она стала. А так ничего не меняется. Вон каждую двадцатую поклевку получается достать одну рыбку. А все в основном холостое. Потому что очень много мелочи. Вот такой вот. Вот он подсек, вот такое чудо. Куда его? Идет как большая. Сейчас пойдем посмотрим. Утром ставили паучок на мелочи для окуня. Уже раз 5 ходил. Ух ты, хорошая поклевка была. Раз 5 ходил. Никакой мелочи вообще нету. Даже с прикормом, удивительно. Как на ютубе ловят ее, непонятно. Сейчас посмотрим, может повезет. А тут вот такое, вот еще меньше. Ой, куда я ее перепутал? Сейчас отпустим и пойдем посмотрим, что там у нас. А мелочь нужна, чтобы окуня ловить крупного. Насаживать на малька, вернее на мормышку, и ловить. Ну, посмотрим. Может, что-то и есть. Немножко замерзло. Резко поднимаем. Короче, нифига у меня не получается ловить на вот эту приблуду. Вот, то ли я в лыжи обуты и лыжи не едут, то ли асфальт, непонятно. Короче, накупил я этого говна. Ну, короче, что-то у меня ничего не получается. Вот, дадим просохнуть и, может, летом будет работать, не знаю. Но пока я остался без малька. А так хотелось. Вот место дислокации, где происходит ледовое побоище.
клюет вовсю. Это приблуда пускай сохнет. Мы половим еще. Посмотрим, что тут. Даже лунка примерзла. Ну. Ну, мелочь совсем мелкая. И тут, и тут. О, тут рудь покрупнее. Да, такое же. Забортное все. Запарышем даже в банку лезть не надо, он тут везде рассыпан. В общем, не нашел я никакого окуня, поэтому займемся понятным для себя делом. А именно ловлей густеры. Он сразу поклевка пошла. Слушай, остаемся сегодня без хищника, но будем ловить белую. Деваться некуда. Сразу начал поклев, сразу, сходу. Начался и тут же затих. Руслан, поклевывает что-нибудь? А? Поклевывает? Ну, не так сильно. Это радует. К вечеру покрупнее будут садиться. Вот ты. Ух ты. Вот, я сказал покрупнее. Только сказал, смотри, какую взял. Прокрупнее. Вот это густерка. Красота. Вот такие летом отпускаешь. Зимой берешь. Ну. Ну, это вообще, это просто ужас.
О! А ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ой, какая красивая. Вот это да. Ну, для зимы красивая, для лета мелочь. Чего? Как успехи? Да видно вон. Для зимы, я считаю, самое то. А сегодня будем снимать новый фильм, как сделать консервы из этого добра. Из всего. Поэтому сегодня будем готовить. Покажем, как правильно чистить. И что из этого можно сделать. Вот, в принципе, и все. Ну вот, 3 часа рыбалки. Ничего крупного не было и быть не может. Ну, 2 мормышки оторвало. Значит, какая-то что-то крупненькое было такое. Вот, в принципе, и все. Особенности были какие-то у тебя? Особенности, да, были. Это я.